Ну вот сборная России по мини-футболу одержала третью победу в квалификации чемпионата Европы 2022 года. В Париже наша команда была сильнее французов со счетом 3-2. В составе российской сборной дубль оформил бывший нападающий «Динамо» и «Газпром» Югры, а ныне игрок «Бенфики» Робиньо. Еще один мяч на счету Ивана Чешкалы. Таким образом, наша национальная команда единолично возглавляет свою группу, набрав 9 очков после 3 матчей. На втором месте сборная Грузии, в ее активе 4 балла. Следом идут Франция и Армения. Но напомню, что по регламенту турнира прямые путевки на Евро получат 8 победителей групп и 6 лучших вторых команд квартетов. По качеству игры, в принципе, мы хорошо моменты создали, что в первом, что во втором тайме. Во втором сразу вышли, забили. Единственное, что тоже не понравилось, что много контратак пропустили, что сильно у Франции это. И омрачила 4-5 наша игра. Мы его сейчас обсуждали много в раздевалке. Я думаю, сейчас разберем. Футзал тем и интересен, когда спрогнозировать результат матча очень сложно и практически нереально. И все может повернуться в любую сторону буквально за считанные минуты или секунды. Поэтому удивляться нечему. Порадовались победе прежде всего. Главная победа. Ну, конечно, разберем те ошибки, которые мы допустили, играя в меньшинстве против большинства. Но надо сказать, что у них очень хорошая комбинация, которая прошла 2 раза, и мы не смогли противопоставить вразумительных действий против этого. И ошиблись. Поэтому разберем, есть время.